Начнем с главного. В Анапе практически все готово к началу отопительного сезона. На Кубани он стартует 1 октября. В нашем городе из 17 котельных 15 уже получили все допуски. На двух ведутся плановые работы. Они завершатся до конца сентября. Такая информация была озвучена сегодня на краевом селекторном совещании под руководством губернатора Краснодарского края. Глава Анапы Юрий Поляков подчеркнул, что вопрос подготовки к зиме находится у него на личном контроле. Особое внимание к объектам социальной сферы. Необходимо, чтобы в школах, больницах и детских садах температурный режим соответствовал всем нормам.